Я Мила, а это мой папочка. Мы дружная семья. Привет, доченька. Папа, ты вернулся, класс. Дай-ка сюда. Эй! Что? Попрощайся с папочкой. Папочка! А где мой папа? Уже не важно, теперь у тебя есть отчим. Это я. Играйся. Что? Это еще что за кукла? Ну вот и славно. Мне она не нравится. Что происходит? Что за магия вне Хогвартса? Шоу только начинается. Станцуй. Как это весело! Счастливо оставаться! Ну, я тебе покажу. Но берегись, мелкая. Это месть. Отчим, что ты задумал? Ты ответишь за мой сломанный телефон, мелкая блоха. Я уничтожу все твои любимые игрушки. Попрощайся с ними. Все отправляется в мусор. Пока, пока, пока. Что? Мои игрушечки? Нет. Да, отличный бросок. А теперь самое интересное. Превратим игрушки в пыль. Ох, отличный взрыв. Посмотрим. О, да. Вот что осталось от твоих игрушек. Только прах. Остался еще один. Отдай мне Пикачу. Пика! Я никого не оставлю. Попрощайся с ним. Фух, это было эпично. Ну все, я закончил свою миссию. Больше никаких игрушек. Запрещено! Эй, откройте! Там что, все оглохли? Детка, привет, я так скучал. Привет, папочка. Я принес тебе подарок. Мне нельзя игрушки. Что? Почему? Отчим запретил. Он уничтожил все мои игрушки. Что же нам делать? Он уничтожит куклу. Папочка, у меня есть идея, смотри. Мы спрячем куклу в секретном домике. Здесь ее точно никто не найдет. Ты просто гений, Мила. Нам уже пора. У меня есть билеты в кино. Ура! Кино, кино, кино! Идем, принцесса. Ага, я знаю, что вы что-то спрятали. Думали, я не найду эту куклу? Не с тем связались. Вот наш кинозал. Поскорее бы попасть на сеанс. Привет, что вы желаете купить? Куда вы лезете? Слезьте немедленно! В обуви на прилавок! Уберите свои ноги! Тише там! У меня важная миссия! Что? Пожарная сигнализация? Извините, кино отменяется. Закрыто! Что? Прости, детка. Ничего, пап. Идем домой. Ну, мы всегда можем посмотреть мультик по телевизору. О, да, это мой любимый. Фу, что за мультик? Мы будем смотреть баскетбол. Я так не думаю. Мультики. Баскетбол. Нет, мы будем смотреть мультики. Да, папочка. Не связывайся с баскетболистом. Да? И что ты мне сделаешь? Тебе конец. Катись отсюда. О-оу.
Смотри, веселее, чем на карусели, да? Что это за место? Ты тоже хочешь в шкаф? Папочка! Прекрасно! Соперник ликвидирован. Давай, бросай мяч в кольцо. Папочка! Это что за тайная комната? Похоже, это заброшенный кинотеатр. Вот и кресло. Вау! Наш тайный кинотеатр! Мила, подожди. Надо только убрать паутину. Ну вот, скоро начнется кино. Хоу, слишком ярко. Welcome to the secret cinema. Это будет наше кино. Дай 5, детка. Супер. Пошел вон отсюда, у тебя нет билета. Кажется, нам нужно начать с уборки. Вон там еще паутина, папочка. Чисто, с паутиной покончено. Поправим афиши. Я там, ты там. Да. Здорово. Папа, ты где? Я тут, смотри, что я нашел. Наша штора у входа. Добро пожаловать в наш кинозал. О-оу. Опс, прости, папочка. Кому попкорна? Мне, мне. Одну минутку, уже делаю. Прошу, ваш попкорн. Вау. Он старый и испорченный. Такое нельзя есть. Да, ты права. Окей, мы что-нибудь придумаем. Идем за свежим попкорном. Все чисто? Идем. Что они там прячут? Я все выясню. Время семейного шпионажа. Вау, да у них тут целый кинотеатр. Ого! И вот и буфет. Попкорн, это я люблю. Фу, не хватает сырного вкуса. Вот так намного лучше. О, да. И весь этот попкорн мой. О, нет, слишком много попкорна. Помогите! Вытащите меня отсюда, кто-нибудь! Это попкорновое проклятие! Я еле выбрался из попкорнового плена. О, еще немного осталось. Идем, Мила. Лузер. Попкорн есть. Nope. Nope. Можем смотреть кино? Что? Наденьте 3D-очки. Пап, у тебя есть 3D-очки? Нет, но я сейчас что-нибудь придумаю. Да, давайте, ребята, бросок! Это именно то, что мне нужно. Вырежу 3D-очки. О, да, линзы есть. Теперь закрасим их маркерами. О, да, я просто киногений. Осталось сделать оправу из картона. И готово. Мне уже пора. Вот твоя кола, держи. О, да, давайте, ребята. Лузер. Это все они! Детка, держи очки. Супер! Спасибо, папочка! Вау! Нет, я могу сделать еще лучше. Yes! Мила, я представляю тебе 10DX кино. Это будет сногсшибательный эффект. Присаживайся. Вау! Давай скорее, папочка.
Готово? Держись крепче. Что же постирать? О, мой носок. Давно пора. Включить турборежим. Вау, круто! Вот это скорость! Ю-ху! Пап, теперь твоя очередь. Нет, нет, нет. Ну же, давай. Ну ладно. Оу, слишком сильно. Остановите эти гонки. Одну минутку. Мне нехорошо. Папочка! Что у них тут? 10DX кино! Wow! Я тоже хочу попробовать эту технологию. И побольше. Ну? Почему ничего не происходит? В чем дело? О, да, здорово, мне нравится. Ой, это уже слишком. О, моя голова! Помогите! Я застрял! Что тут произошло? О, нет! Наш кинозал! Это все ты! Идем, Мила! Вот что бывает с теми, кто делает всякие гадости. Теперь ты будешь украшением стены. А теперь время мультиков. Идем! Дорогой, Мила, я дома. Привет, мамочка. Смотри, что я принесла. Тыква. Это тебе. У меня грандиозные планы. Ну все, пока, Макс. Эй, а как же я? Ну ладно, пока. Нет, нет, нет. Детям запрещено брать острые предметы. Вот, лучше возьми игрушечный ножик. Но он такой маленький. Как раз хватит, чтобы нарезать тыкву на Хэллоуин. О да, не жди пощады, тыква. Вышло неплохо. Сейчас будет мой легендарный бросок. Промазал. Мой следующий бросок точно будет легендарным. Эй, это моя тыква. Не угадала, это мой мяч. Фух! Оу, мяч поломался. А вот и мой костюм на Хэллоуин. Оу, держи свою тыкву, детка. Что случилось? Кто это сделал? Это она. Это он. Ребята, а вы видели, кто разбил тыкву? Напишите ответ в комментариях, и мы выясним правду. Окей, а почему вы еще не одеты? Хэллоуин совсем скоро. Вот я буду ведьмой, а вы? Я буду баскетболистом. Окей, вот деньги. Тебе, дорогой. И тебе, детка. Спасибо, мама. Идите и купите себе костюмы на Хэллоуин. Поторапливайтесь. Обожаю шопинг. Костюм охотника за привидениями. Вот что я хочу. Но он стоит 200 баксов. А у меня только 100. Но еще 100 есть у Милы. Спасибо, детка. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Эй, а как же мой костюм? У меня есть идея. Сладость или гадость? О, крошка-привидение, держи конфетки. Еще забирай. О, да, отлично. Еще немного? Превосходно. Пока. Пока-пока. О, мои конфетки. Что? Эй, так нечестно. Это были мои конфеты. Уже нет.
Он съел все мои конфеты. И ни о чем не жалеем. А это еще кто? Бу, конфеты или жизнь? Вот, держи, это все, что есть. Нет. Что? Ну, как хочешь. Подожди, это же я, папа милый. И сегодня мой день. Серьезно? Это сегодня? 31 октября, да. Ну ладно. Мила! Привет, пап! Это я, пап! Детка, а что случилось? Почему ты в пакете? У меня нет ни костюма, ни конфет. Это самый худший Хэллоуин в жизни. Подожди, у меня есть костюм для тебя. Нравится? Обожаю Венди. Отлично. А еще у меня есть билеты в кино. Я испорчу им кино. Обожаю этот фильм. Идем скорее. Этот билет настоящий, не подделка. Проходите. Можно ваши билеты? Запрещенные сладости есть? Нет. Молодцы, можете проходить. Бегу, фильм сейчас начнется. Эй, пап, а почему у всех есть сладости, а у нас нет? Действительно. Хочешь попкорн? Я хочу сладостей. Ладно, сейчас папа все достанет. А где буфет? Вон там. У вас есть запрещенные сладости? Одну минутку. Вот это подходит? Я кое-что придумал. Там монстр! Надеюсь, этих сладостей хватит. Приветик, сладости запрещены. Ну ладно. Стоять! Ход Бэтмену тоже запрещен. Серьезно? Вот, не повезло. Ладно, придется его снять. Ну вот, я анти-Бэтмен. Во мне не осталось ничего от Бэтмена. Не так быстро. Ну что теперь? Вход с таким лицом запрещен. Почему нельзя? Потому что это я! Кто я? Ну что, теперь узнал? А, да, нет, не узнал. Ну ты вообще не дружишь с памятью. Я отчим, теперь узнал? Проваливай из этого кинотеатра. Он отчим охранника? Странная система. Какой у вас строгий охранник, он все мне запретил. Что? О, вам билеты не нужны. Добро пожаловать, приятного просмотра. Костюм Бэтмена запрещен, так нечестно. О, папочка, где мои сладости? О, это мне? Не трогай, это мое. Как же мне пронести сладости? Удачи, приятель. О, сэр Супермен, проходи. Моя суперпицца. А так можно было? Окей, я знаю, что делать. Человек-паук. Я люблю тебя, приятель. Да, это я. Настоящий Человек-паук. О, да, я вижу. А еще я чую сладости. И они у тебя есть. Уходи. Паучье чутье мне подсказывает, что этот охранник нарывает. Вот это настоящий удар. Дети, не повторяйте это дома. Работают профессионалы.
самый паучок. Хочешь пиццу, Бэтмен? Угощайся. Что случилось с моим папой? Он так изменился. Как же мне пронести конфеты Милли? Это идея. Привет, Барби. Привет, Кен. Вот мой билетик. Он даже пахнет восхитительно. Да, это я. И моя восхитительная аура. К чему эти формальности? Для вас я не охранник, а просто Мейсон. Позвонишь мне и все обговорим. Стоять! Это у тебя конфеты. Папочка! Папочка! Ну, папа! Да в чем дело? Я не твой папа. А где же мой папа? Папа, ты где? Эй, разберемся по-мужски. Я люблю попкорн. Ты хочешь настоящую битву? Получай! Что? Это дуэль. Ты победил меня, отчим. Хотя, стой. Тут еще осталось пару конфет. Конфеты запрещены. Расставим все точки над «и». Отличный фильм. Да, мне тоже понравился. Мила, ты где? О, Мила! Я тебе не Мила. Прошу прощения. Где моя дочь? Мила, ты где? Какой нервный. Вряд ли она прячется в стаканчике для попкорна. Тоже мне лучший папа года нашелся. Мила, где ты? Доченька, наконец-то я нашел тебя. Смотри, пап, это отчим. Давай устроим ему веселый сеанс. А что это за кнопки? Проверим. Стряхнем его. Приятный массаж. Давай еще. Дым! О, теперь я. Что выбрать? Огонь! Отличная работа, детка. Давай это. И это. И еще вот это. Ха-ха, нажмем все и сразу. Ю-ху, это весело. Мы победили отчима. А теперь победный танец. Дай пять, детка. Нам пора домой. Стоять, она никуда с тобой не пойдет. Я отведу ее домой. Нет, это моя дочь. Мила, идем, детка. Хватит! Она моя. Что? Ты проиграл, лузер! Идем домой. Мы пришли. У нас был прекрасный день. Чуть не забыл. Это тебе. Это мой трейлер!
Спасибо, папочка. Пока, детка. Ну что ж, может... Пока, тебе уже пора. Трейлер – это моя любимая игрушка. Мои куколки обожают в нем жить. Мила, ты не знаешь, где мой второй ролик? Я нигде не могу его найти. Кто там? Привет, можно войти? Пока, нет. Эй, подожди, сегодня 25-е. Папин день с дочкой. Действительно, 25-е это сегодня. Ладно, заходи. Мила, твой отец пришел. Папочка! Привет, я так скучала. Мое сокровище. Идем на кухню. Где же мне взять второй ролик? О, трейлер. Здесь тоже есть колеса. Идеально. Мой размерчик. Погнали. О, нет. Какой кошмар. Мой любимый трейлер. Отчим поломал его. Детка, не плачь. Хочешь себе вот такой новый трейлер? Вау, да, папочка, очень хочу. Сейчас папа все тебе купит. Или нет, у меня всего 20 баксов. О, старый трейлер со скидкой, как раз 20-ка. Мне подходит, я покупаю. Ну что ж, вот и он, в точности как на фото. Оу, сколько мусора. Ладно, это можно убрать. Ну что за развалюха? Ладно, эту дверь можно починить. Что? Оу, здесь намного больше работы, чем я думал. Окей, я смогу все исправить. За работу, Макс, ты все сможешь. Для начала соберу весь этот мусор. Мусор ликвидирован. Так-так-так. Макс хочет сделать крутой трейлер. Дверь и стенка. Вы уволены. Я помешаю ему. Несите весь мусор сюда. Ха-ха! Отличненько. Что? Откуда снова столько мусора? Кто это сделал? Прошу прощения, я уже ухожу. О, нет. Последний мешок. Фух. Что? Еще и паутина. Ее очень много. Но я знаю хороший лайфхак для уборки. Попрощайся с жизнью, паутина. Отлично, я все собрал. Обожаю сладкую вату. Что? Это не вата. Переходим к новому фасаду. О да, так дело пойдет намного быстрее. Отличная работа. Теперь я выберу место для будущих окон. Прекрасно. Но теперь мне нужна пила, чтобы выпилить окна. Кажется, здесь не помешает помощь Супермена. Одно окно. И второе. Четкая работа. О, маленькая фотосессия для моих фанатов. Всегда пожалуйста. Ну все, я полетел, ребята.
Что это было? Эй, ребята, вы видели, кто это сделал? Напишите ответ мне в комментариях. Спасибо. Теперь нужно прикрепить планки на фасад. Мне не помешала бы еще одна рука, окей? Теперь нужно покрасить трейлер. Голубой и белый. Но чего-то не хватает. Точно, Мила обожает розовый цвет. Как сделать розовый оттенок? Смешать красный и белый. Папа просто красочный гений. Вот так. Розовые полоски. Фух, Миле понравится ее новый трейлер. Кисточка? Нет. Любимая кукла Милы? О, да. Окей. Продолжим покраску. О, нет, кукла Милы. Что я наделал? Доченька очень расстроится, что я испортил ее любимую куклу. Нет, нужно срочно что-то придумать. Присаживайтесь поудобнее, мисс кукла. Добро пожаловать в салон стильных причесок Макса. Вау, отличная работа. Мила оценит новый стиль ее куколки. Снаружи трейлер выглядит отлично. А вот внутри грязная катастрофа. Как же это все быстро покрасить? О, у меня есть взрывная идея. Ведро краски и динамит. Яркое сочетание. Поджигаем. Вставляем. И быстро прячемся. Как тут поживает трейлер? О, нет! Вот это я не вовремя заглянул. Вау, динамит отлично сработал. Все идеально покрашено. Ребята, ни за что не вздумайте повторять это дома. А у меня здесь еще много работы. Розовый пушистый ковер и мягкие подушки. Чего-то не хватает. Конечно, розовая дверь. Сейчас я быстро ее прикручу. Дверь готова. Ауч, моя нога! Карнизы на окна. Рамы. Цветочки. И нежные шторы. Какое уютное окно. Белый заборчик вокруг трейлера. Почти готово. Эй, выход с другой стороны. Камни выложу в красивую дорожку. Вот так. Стулья для террасы. То, что нужно. А к ним маленький столик для пикника. Чего здесь не хватает? Я придумал. Бассейн на крышу. А как в него забираться? Точно. Лестница с одной стороны. И горка с другой стороны. О, Миле очень понравится. Что еще? Да будет свет. Оу, лампочки, отпустите меня. Вот так. Теперь здесь очень уютно. Любимые игрушки Милы будут жить в трейлере. Эй, Барби, откроешь дверь? Спасибо. Готово. Можно звать дочку. Мила!
Детка, этот трейлер теперь твой. Нравится? Вау, папочка, здесь есть горка! А что внутри? Вау, здесь так уютно играться! А наверху есть бассейн, посмотришь? Аккуратнее на лестнице. Вау, папочка, это лучший трейлер из всех! Я рад, что тебе он так понравился, детка. Можешь играть здесь целый день. Моя розовая мечта уже близко. Осталось собрать совсем немного. Подожди, мой пикап. Скоро мы будем вместе. Так-так-так, я что-то слышу. О, вот оно. Наконец-то я нашел клад. Я стану миллионером. Моя мечта сбылась. Скорее, что там? Где мое сокровище? Пусто? Не может быть. В этой кровати точно есть двойное дно. Я доберусь до него. О, спасибо. Что? Детская копилка? И это все? Прости, детка. Я боролся с термитами, и они съели твою кровать. Ура, звонят. Как вовремя. Пойду открою. Кто там? Опять он. Привет, я пришел в дочку. Я пришел навестить мою дочь Милу. А, наушники. Ты что-то сказал? Держи, спасибо. Доченька, какой ужас. Что стряслось с твоей кроватью? Не плачь, папочка. Ты обязательно что-нибудь придумаешь. Ты ведь самый лучший. О, как мило. И у меня уже есть идея. Смотри. Вот, я построю тебе новую двухэтажную кровать. Что скажешь? Пап, нет, я уже слишком взрослая для такой детской кровати. Вот, что я хочу. Смотри. Ты уверена? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну ладно, детка. Папа сделает тебе такую кровать. Большой магнит. Это то, что мне нужно. Переключим режим для дерева. Вот так. Отлично. Все доски собраны. Теперь соберем постель. Проще простого. Следите за руками. Вуаля! Я всегда хотел стать фокусником. Фух. Ну вот, все чисто. Нашел мое золото! Я достану тебя! Освободим побольше места, убираем все лишнее. Финальный штрих. Отлично! Супер папа к стройке готов. Фух, сколько досок! Ну что ж, сейчас будем пилить. Ух, хорошо потрудился. Посмотрим. Серьезно? Мне нужно менять технологию строительства. Папа тоже кое-что может. Вспомним уроки панды кунг-фу. Вот так, все доски одним ударом. Отлично. Я тоже мастер.
это вафля! Ауч, как больно! Ты за все у меня ответишь, вафельный враг! Будем вкручивать по полной. Вот так, собираем каркас. Эй, а где мой шуруповерт? Ладно, действуем по старинке. Ручная работа – это классика. Фух, да это нелегко.